Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Недавно здесь прошел парный турнир по теннису Карвин Спринг Кап 2022. Начнем с того, что турнир проходил на единственном в Бишкеке корте с климат-контролем. Здесь круглый год поддерживается одна и та же температура 17-18 градусов, которая наиболее благоприятна для теннисистов. Несмотря на хард французского производства Gerflo, покрытие имеет мягкую основу, так как нижний слой состоит из губки. Благодаря этому корт имеет хорошую амортизацию, что очень важно как для отскока мяча, так и для здоровья спортсменов, точнее для их коленей и ног. И что также немаловажно, корт Карвин Спортклуба имеет высоту потолка 10 метров. Но возвращаясь к соревнованиям, скажем, что в турнире приняли участие 6 пар, которые были разделены на 2 подгруппы. В первой подгруппе играли пары Сергей Полтавцев, Рустам Алимбаев, Рустам Базохов, Тимур Зунункаров и Юн Йенсу, Сардар Умаров. Вторая подгруппа была представлена дуэтами Родус Френберг Ренар, Сымбат Атакуров, Игорь Чудинов, Абдумажит Касымов и Андрей Лебедев, Аманбек Бакешев. В полуфинал выходили пары, занявшие в своих подгруппах первое и второе места. В итоге в первом полуфинале Родус Френберг Ренар в паре с Сымбатом Атакуровым вели по ходу встречи со счетом 4-0, но не смогли удержать преимущество и уступили со счетом 5-7 дуэту Юн Йенсу, Сардар Умаров. Во втором полуфинале Сергей Полтавцев с Рустамом Алимбаевым выиграли со счетом 6-3 пару Игорь Чудинов, Абдумажит Касымов. Таким образом, в матче за третье место встретились пары Родус Френберг Аринар Сымбат Атакуров и Игорь Чудинов, Абдумажит Касымов. Здесь победу со счетом 6-4 одержали наши ветераны Игорь Чудинов и Абдумажит Касымов. А в решающей игре за первое место Юн Йенсу в паре с Сардаром Умаровым обыграли со счетом 6-3 дуэт Сергей Полтавцев, Рустам Алимбаев. В итоге третье место занял дуэт Игорь Чудинов, Абдумажит Касымов. На втором месте расположилась пара Сергей Полтавцев, Рустам Алимбаев. И победителем весеннего кубка Карвин Спортклуба стал дуэт Юн Йенсу, Сардар Умаров. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб, фитнес-клуб премиум класса номер 1 в Кыргызстане.